Всем доброго времени суток. Представляю перед вами автомобиль Chevrolet Niva 2008 года. Автомобиль оснащен двигателем 1,7 литра на механической коробке передач. Задний ряд сидений в достойном состоянии. Спереди такие же чистые ухоженные сидения. Дверные карты, торпеда в хорошем состоянии. В комплектацию автомобиля входят передние электростеклоподъемники. Здесь у нас располагаются электрегулировка зеркал и подогрев передних сидений. Отопитель салона с кондиционером, подогрев заднего стекла. Также хотелось бы отметить, что в автомобиле хорошая музыка. В данный момент автомобиль заведен, на табло никаких ошибок не горит, двигатель работает ровно. Пробег 151 тысяча. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес вы можете найти у нас в объявлении. Автомобиль можно приобрести по системе трейд-ин, кредит, а также за наличный расчет. Всем спасибо, до свидания.